истории нашей страны Арт-Исраэль, буржуйские, черкесские султаны оставили свой несомненный вклад, следы их пребывания видны в архитектурном наследии, в том числе и в нашей столице, в Иерусалиме. Среди наиболее известных, знаменитых, так сказать, могущественных султанов этой династии следует упомянуть имя султана Аль-Малика Аль-Ашрафа Кайтбая. Кайтбей, или как он еще называется, который правил 28 лет с 1468 по 1496 год. Один раз он даже, так сказать, посетил лично Иерусалим, совершил молитву на Храмовой горе, и до наших дней сохранились на Храмовой горе два памятника, возведенных тем самым султаном, султаном черкесом, который является одним из, так сказать, из жемчужин мамлюкской архитектуры в Иерусалиме. А именно Сабиль Кайтбая, именно фонтан, так сказать, фонтан, который был, строительство которого было начато еще во времена предшественника Кайтбая, тоже султана Черкеса, султана Хушкадама. Вот, и было завершено Кайтбаем, практически самый красивый, самый знаменитый из общественных фонтанов на Храмовой горы. И второе здание, которое было возведено тем же самым султаном, Медресе Аль-Ашрафия, которое находится в западной части Храмовой горы, буквально на расстоянии считанных метров от Сабиля Кайтбая. Медресе, которая строилась на протяжении 2 лет по личному распоряжению и по личным планам султана Кайтбая. Медресе получил название по прозвищу султана Кайтбая Аль-Малик Аль-Ашраф, соответственно, Ашрафия.